Так, тесто мы сделали. Вот, через час где-то можно уже работать. Оно сейчас немножко настоится. Сейчас занимаемся фаршем. Так, фарш я беру уже готовый. Тут недалеко у меня мясной магазин. Вот. То есть небольшой павильон. Ищите таких же небольшие павильончики, где торгуют и где сами могут накрутить фарш, у которых есть, у кого есть мясорубка. Тогда фарш будет прекрасного качества. Вот. По крайней мере, там мужичок, он работает 20 лет уже на мясе. Вот. И он делает намного лучше, чем делал я фарш. И намного быстрее. Вот. Прошу его, чтобы он отдельно мне не сразу не смешивал сало. Сало и фарш. То есть прошу, чтобы делал мясо постным. Перекручивал одно мясо. Мясо покупаю по 280 рублей килограмм перекрученное. И сало по 80 рублей. Вот. То есть это тонкий этот шпик. Он его через мясорубку профессионально перекручивает. Вот. И я сюда его добавляю. Так, у нас 555 килограмм, 500 грамм в данный момент фарша. И на килограмм мяса этого перекрученного я добавляю 200 грамм сала. То есть 5.5 умножаем на 200. Равно у нас килограмм 100 грамм. Вот, сейчас добавляем. Так, 5 килограмм 500 грамм. Мы его скидываем сразу. И добавляем кило 100. Вот он, в принципе, так и накрутил. 15 грамм не хватает. Это не видно. Дальше. Так, сбрасываем. У нас получается 7 килограмм 578 грамм. Так, 7 килограмм. Сколько 578? 7 килограмм 570. 7578. И таз у нас весит 988 грамм. Минус 988. Равно 6590. Ну, буду брать на кругло 6600. Вот. Дальше. Уже на этот, так правильно сказать, на это количество фарша уже готового, то есть мясо с салом, я перемножаю лук. То есть добавляю на килограмм вот этой готовой смеси фарша и сала. Так, сейчас скину. 550 грамма лука на килограмм вот этого фарша. То есть у нас получается 6600, 6.6 умножаем на 550 грамм лука. То есть нам нужно сюда добавить 3 килограмма 630 грамм. Дальше перемалываю лук. Вот. Лук перемалываю в обычном блендере Polaris. Вот. Он уже ходит несколько лет, несколько тонн. Я обычный бытовой блендер. Вот. Перемалывал десятки тонн этого лука. Так, а если будете брать, ну, любой блендер, да, если берите вот такой Polaris, вот, и берите, чтобы чаша была вот эта ровная, есть конусом, то есть вот такие вот так вот чаши идут, их не берите, потому что качество будет вообще никакого, бесполезная покупка будет, потому что будет перемалывать здесь вообще в молоко, а сверху оставаться крупный лук. Загружаю практически. То есть за раз примерно 300 грамм. Потом таким способом стряхиваю. Так, вот это крупно. Сейчас я покажу. Возьму лепочку. Мелко, то есть не совсем в пыль, но и не крупно. Он не будет на зубах хрустеть. Вот. И кажется, как будто
практически одно мясо. То есть у нас любят такие. То есть не знаю, как у вас. Вот, можете экспериментировать покрупнее. Ну, то есть я думаю, экспериментировать не надо. Вот. Люди берут все, всем очень нравится. И просто таким движением начинаю вываливать. Здесь мы все скинули, то есть нам нужно 3 килограмма 630 грамм. Так, начинаю, да, вот 316 грамм получается у нас одного.